Здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала. Меня попросили рассказать о платформе Zen. Вы спрашивали, я отвечаю. Поехали. Нужно сказать, что платформа Zen принадлежит корпорации Яндекс.Групп. Для того, чтобы начать в ней работу, рекомендую скачать браузер Яндекс. Можно, конечно, обойтись и без него. Для этого в любом другом браузере набираем слово «Яндекс» и приходим на его сайт. Далее нужно зарегистрироваться. Регистрация проходит стандартным образом, кликнув в верхнем правом углу. При этом вы получите адрес электронной почты, который выглядит вот таким образом. Когда вы завершите регистрацию, проходим на главную страницу Zen. На нее также можно пройти из любого браузера, набрав соответствующее словосочетание. Далее нам нужно создать свой канал. Для этого в правом верхнем углу кликаем по вашему профилю. Вам откроется окно, где нужно будет выбрать вкладку Zen Studio. Теперь в левом нижнем углу кликаем по вкладке «Настройка». Здесь нужно загрузить свою аватарку, прописать название канала. Если у вас есть сайт, можно добавить ссылку на него или ссылку на ваш канал YouTube. Заполняем контактную информацию. По понятным причинам я ее сейчас не открываю, так как там содержатся мои конфиденциальные данные. Здесь вы можете добавить ссылку на свою страницу любой социальной сети. Когда завершите эти действия, кликаем на кнопку «Сохранить». Канал создан. Теперь нужно нам создать какой-либо контент. Для этого в правом углу кликаем на кнопку «Плюс». Здесь можно выбрать три типа публикации: статья, пост и видео. При создании статьи прописываем заголовок и далее непосредственно саму статью. При этом ее можно иллюстрировать фотографиями. После завершения кликаем «Опубликовать». Второй раздел «Пост» – это короткие новости с возможностью добавления фотографий. И третья вкладка «Видео». Загружаем ролик. И далее, как в YouTube, прописываем название, описание, загружаем обложку, добавляем теги, после чего публикуем. Это был всего лишь краткий рассказ. Более подробную информацию о Zen'е вы можете прочитать в Яндекс.Справке. Все необходимые ссылки находятся в описании к этому видео. А на этом у меня сегодня все. Спасибо вам огромное. А с вами ваш Андрей Бабайко. Всем пока-пока.